Когда они приехали, никого не было, ни родных, ни знакомых. Папа не разговаривал на эту тему, для него была боль жуткая. А бабушка постоянно плакала, вспоминала: «Лизочка, Лизочка, Лизочка». В той яме было четко видно пулевое отверстие в районе основания черепа, в затылке. Фашисты, они обычно так и делали. Яму раскопают и прямо на месте расстреливают. Расстреляли, упал. Расстреляли, упал. Все знали. Об этом все знали. Но официально об этом никто ничего не говорил. Эта тема была табу. На эту тему говорить нельзя было, потому что это было сталинское время. Немцы... Они целенаправленно уничтожали. А наши так молчали. Молча. Не любили молча.